Сказочник по имени Евгений Львович Шварц родился в городе Казани в 1896 году 21 октября в семье Льва Борисовича Шварца и Марии Федоровны Шелковой. После окончания реального училища, проучившись 2 года на юридическом факультете МГУ, решил отказаться от профессии юриста, посвятив жизнь театральному искусству и литературе, и становится актером театральной мастерской в городе Ростове-на-Дону. Евгений Львович успевает поработать в разных редакциях и в самом Петрограде, и в провинции, знакомиться с Чуковским и Маршаком. Вошел Шварц в литературу как детский писатель, и первая книга называлась «Рассказ старой балалайки». В 20-е годы он работает в журнале «Ёж и Чиж», а потом стал драматургом и инсценировал многие сказки. Поэтому знакомство с творчеством этого писателя для нас подчас начинается не с книг, а с фильмов. Эти фильмы хорошо знают и любят зрители нескольких поколений. Они запомнились своими потрясающе добрыми и реалистичными изложениями известных произведений мировых классиков Андерсона, Перо, Сервантеса. Из-под пера Евгения Шварца вышло более 20 пьес сказочных постановок для кукольного и драматического театра. Земная жизнь Евгения Львовича закончилась в 1958 году. Но сказка его жизни продолжается в произведениях, которые и по сей день пользуются любовью и популярностью.